Да пребудет с вами бог машины и не заржавеют ваши механизмы. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юга. И сегодня к нам попал кусочек PvE геймплея, как вы уже догадались, игры Air. Я предупреждал, что подобные видео просочатся в сеть. Собственно, так оно и вышло. Не обходится ни одна выставка без подобных инсайдов, а мы безмерно благодарны людям, кто снимает подобное и радует нас. А теперь к сути. Сразу вангую комментарии. О боже, это так похоже на Блесс. Мы видели ПВП. Дорогие друзья, не путайте теплое с мягким. Мир игр, на котором мы смотрим, снят на мобильное устройство. И, как я говорил, на стримах с РВР активностью цветовую гамму тут будет вообще без проблем настроить. По факту, я вижу действительно заполненный мир, который старается гармонировать не только с мобами, но и с игроком. Не делайте поспешных выводов, которые вас же самих расстроят. Давайте дождемся альфа-тест и увидим все воочию. И, пожалуй, давайте перейдем к самому главному – геймплею. И постараемся всмотреться, придраться, разглядеть все то, что нас интересует. В данном видео представлен класс поддержки Мистик. У каждого персонажа будет по две стойки, которыми он будет переключаться с помощью клавиши G. Ничего не напоминает? Ах, явно не Близ. Вот на языке крутится. Ах. Мне дико, знаете, все, что это происходит, вся механика Air напомнила Revelation. Чего стоит только стрелок, он почти идентичен. В скобочках нет. На самом деле это так. У него первая пистолетная стойка, вторая винчестера. И плохо это или нет, я бы сказал бы нет. Я уже, в принципе, давно на MMORPG поприще и смотрю с такой, знаете, немножечко саркастичной улыбкой на людей, которые говорят: все украдено, о боже, все слизано. Вся система MMORPG, ребят, украдена и слизана в принципе. Повзрослейте уже, пожалуйста, и наслаждайтесь игрой. Теперь немного о мире. По карте, то что представлено на ролике, мы видим открытый мир и похоже в целом на все стандартные миры. Разделенные зонами, никаких коридоров и данжиков он, как говорили некоторые паникеры. Квестовая цепочка нас обучит от сих до сих, как управлять этой игрой. Поэтому тут ничего сверхъестественного нету. Что касаемо таргета, как я понял, тут используется залипательный таргет. В кусочке видео мы можем увидеть, как мышкой кликают по мобу и выделяется маркер. По-видимому, в игре будет использована две системы, а именно тап и псевдонон-таргет, как я его называю. Но он мне нравится. И, кстати, да, он тоже был в Revelation. Ну что я могу поделать? Система-то рабочая, вот ее, наверное, используют. А теперь еще такой самый один из таких важных вопросов. Фарм или квесты? Судя по всему, квест плюс фарм, но чего-то, чего и в каких количествах тут не сказать. Мы все, а может не все, уже за 2,5 года привыкли к фарму БДО. Если вы думаете, что вам это не вкатит, ну что ж, я могу понять. Подобных РВР играх держится все на данжах и ежедневках. И в принципе в этом нет ничего страшного. Такой уж тип игры. В принципе, утверждаю ли, что подобное будет в Air? Ну, не хочу. Ну и хочу еще подождать. Но буду помнить, что последняя корейская РВР игра Archeage я лично фармил безбошно. И знаете, я честно не буду против, что если в Air будет точно так же. Ну, в целом, картина мира по этому ролику у меня сложилась приятная. Он заполнен, неутомительный, был как в блесе, и глаз от него даже в записи с мобилки не устает. Для меня лично это важно, если я планирую играть в игру более 6 часов в день. По источникам с форума, что в принципе я узнал, максимальный левел в игре будет 60. На первых порах... Ах, да. Ребят, вы понимаете, да, вы чувствуете вот это 60-й. У корейцев, походу, вообще свет сошелся на этой цифре. Сменить класс можно будет с 20-го левела, и в дальнейшем будет разделение на подпрофы. Ну, это что удалось узнать. В целом, выставка прошла плодотворно и принесла много полезной инфы. Как появится больше информации о вторых классах, вот она меня сейчас лично очень сильно интересует, я подробнее вам хотел бы ее рассказать. Спасибо всем, кто приходил на трансляции в 6 утра, смотрели вместе со мной.
геймплей в PvP, было реально весело. Мы пытались все схватить на лету, так сказать, все такое как горячими, то есть вот это горячее самое взять и показать. Спасибо вам за поддержку в донатах и вообще, в принципе, в просмотрах. А всем, кто смотрит этот ролик на YouTube, я хочу сказать, ребят, если он вам понравился и вы ждете AR, поставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить видосы, соответственно, подписаться на канал, и бог машины благословляет вас. С вами был Юга, всего вам доброго и пока-пока.